Перевал Казгурт стал безопасным на днях. Трасса Шымкент-Ташкент была открыта. Все плюсы новой дороги уже оценил по достоинству водитель со стажем Берик Алаубаев. Он уже несколько раз проехал в этом направлении. Водитель согласился довести нашу съемочную группу до самой высокой точки перевала, а по дороге поделился своими впечатлениями о новой трассе. Раньше, когда я ехал по этой трассе, особенно в зимний период, все время опасался. Дорога была узкая, и легко можно было слететь с трассы. Теперь же ехать одно удовольствие, даже несмотря на то, что пока здесь только одна полоса. Хочется сказать большое спасибо за такую трассу. Вот так еще в середине лета этого года выглядела международная трасса с сообщением Шымкент к границе Узбекистана. Тогда китайская строительная компания China Hundra Corporation при проведении земляных работ и взятии проб грунта выяснила, что почва под старым асфальтом, где должен проходить транзитный коридор, не подходит для укладки нового бетона. Дело в том, что данная почва потеряла плотность, и при прокладке дороги она может просесть, а это может сказаться на качестве работ. Поэтому нам теперь необходимо снять верхний слой грунта, а это в некоторых местах более метра. Тогда генеральный подрядчик пообещал, что объект, несмотря на затруднения, будет сдан в срок. Более того, для безопасности автовладельцев и пассажиров было принято решение уменьшить градус наклона. Мы находимся на самой высокой точке перевала Казгурт. Когда-то это место доставляло немало сложностей водителям. Сегодня трасса обновлена, реконструирована, стала гораздо шире. И что самое интересное, ниже. Теперь гораздо проще будет подняться водителям в зимний период на перевал. Сравнить, насколько ниже стала проходить дорога, можно по склонам, расположенным вдоль трассы. Старая проходила как раз там, где сейчас стоит человек. И наш участок дороги проходит через перевал Казгурт. Как мы все знаем, что постоянно в зимнее время большие проблемы в этом участке дороги, поэтому по общему решению было принято спустить дорогу меньше. Здесь раньше был объем, высота выемки 6-7 метров, он был спущен до 13 метров, чтобы в зимнее время не бесперебойный проезд автотранспорта был. Пока в эксплуатацию сдана одна полоса дороги протяженностью 36 километров. Вторая, как обещают подрядчики, компания «Аккорд» будет полностью готова к лету 2016 года. Татьяна Бурдель, Николай Иванов, Ербол Макашев, информационная служба телекомпании «ОТРАР».